Torchlight — удивительная игра. Про нее было довольно мало известно до выхода. Промоушен был очень слабый, и вообще было, по сути, два или три ролика, которые на самом деле не показывали, а что же это за игра. А потом она неожиданно вышла, ее мало кто заметил. Даже не во всех журналах про нее написали. А ведь ее делали люди, которые делали еще первую Diablo. Это очень важно. Потому что по механике это игра, которая копирует Diablo один в один. Там есть совсем чуть-чуть новых элементов, но вот все, что было в первой отчасти во второй Diablo, есть в Torchlight. Torchlight — это фактически первое Diablo с элементами второй. Это экшен-РПГ, которая вся построена на эксплуатации желания игрока делать своего героя как можно мощнее. Поэтому на вас постоянно валятся просто тоннами горы какой-то добычи, мечи, пистолеты, ружья, доспехи. У каждого предмета, кроме самых-самых простых, какие-то особые характеристики, уникальные. Там они практически никогда не повторяются, потому что, насколько я понимаю, генерируются случайным образом. На луте построено здесь все. Это идеальный рогалик. Идеальная ролевая игра для вот тех самых людей, которые любят кнопками закликивать монстров. Там все безумно удобно. Там по нажатию кнопки подсвечиваются все вещи, которые выпадают из каждого монстра. Там по нажатию кнопки можно все это дело переместить в инвентарь. По нажатию, опять же, одной или двух кнопок можно перекинуть все вещи, и вот это, кстати, новшество, чего не было в Diablo, и скинуть эти вещи на своего пета, на зверюшку, которая гуляет рядом с тобой. У зверюшки есть два вида, есть рысь и есть такой собака-волк. На самом деле она позиционируется как собака, больше похожа на волка. И скинув на этого самого зверюшку свои вещи, можно одной единственной кнопкой отправить эту зверюшку в город, прямо из подземелья. Вот через некоторое время зверушка возвращается, продав абсолютно все вендору в городе. Вот это очень удобно, не нужно постоянно строить порталы и из подземелья телепортироваться в город. То, что вот в Diablo многих так заморачивало, это было очень неудобно. Сам базовый геймплей, он достаточно однообразен, вы просто бегаете по подземельям, убиваете чудовищ, и основной интерес вызывает даже не сам процесс, а развитие персонажа, прокачка. У каждого класса персонажей, которые, кстати, три штуки, есть три уникальные ветки умений, которые можно развивать как душе угодно. Вот в этом основной интерес Torchlight. Есть некоторые недостатки, которые свойственны, на мой взгляд, жанру в целом, но вот в данной игре они так более ярко просвечиваются. В эту игру практически нельзя играть ни на одном уровне сложности, кроме максимального. Потому что практически все квесты, если вы играли в игры похожих жанров, например, если вы прошли Diablo 1, Diablo 2, если играли в Titan Quest, вам будет очень просто. Настолько просто, что вы сможете пройти игру, по крайней мере, основную сюжетную ветку, вечера за два. Вот я за два вечера на среднем уровне сложности игру прошел. После этого изменил уровень сложности на максимальный и заново прошел игру за 5 уже вечеров. Поэтому не попадитесь на эту уловочку, обязательно ставьте сразу максимальный уровень сложности. Тогда будет играть интересно. Второй очень важный момент, и, на мой взгляд, прощелк разработчиков, побочные квесты по своей сложности не успевают подтягиваться за основной сюжетной линией. Если вы проходите сюжетную линию и параллельно выполняете все-все-все-все-все квесты, то все нормально. Все дополнительные квесты у вас будут приблизительно того же уровня сложности, что и основная сюжетная линия. Но если вы хотя бы в какой-то один единственный момент перестанете выполнять боковые квесты, а потом решите к ним вернуться, сложность этих квестов не будет скорректирована по отношению к уровню персонажа. И вы персонажем 20 уровня, а в Torchlight это такой очень серьезный уровень персонажа, вдруг неожиданно оказываетесь на квестах, которые было бы интересно выполнять, будь вы уровней на 10 поменьше. И денег, главное, за это дают очень мало, и предметы все ориентированы на персонажа вот того самого низкого уровня. Моя собственная оценка 8,5 баллов однозначно. Это лучшая закликивающая ролевая игра, тот самый рогалик, после Titan Quest. Эта игра, конечно же, не для всех. Она в первую очередь заинтересует, наверное, тех, кто увлекался первой Diablo, потом второй, прошел их до конца, может быть, не один раз, потому что их было принято так проходить по нескольку раз. Вот эти люди просто влюбятся в Torchlight. Но если вы себя к таким людям не относите, вам, скорее всего, лучше ее пропустить. Потому что, как я уже сказал, здесь кроме постоянной прокачки, очень интересно сделано, бесспорно, нет фактически ничего. 8 баллов.